город Таллин. Боковые судьи. Василий Каманин, Нарва. Артур Быстрика, Таллин. Александр Сулаев, Мартов. Дамы и господа, в красный угол приглашается боксер из Нарвы, боксерский клуб «Энергия» Максим Демидов! Не надо, холодно еще, мышцы застынут. В синий угол приглашается боксер из Марду, Вадим Кищеркин! Вам! А там Афеди не дали. Так надо рапостить. У тебя третья пара? Что? Формула боя 3 раунда по 1.5 минуты. Дамы и господа, в красном углу ринга боксер, который представляет спортивную школу «Энергия». Ему 13 лет. Занимается боксом 2 года. Провел 7 боев, 5 победил. Финалист чемпионата Эстонии среди школьников. Победитель республиканского турнира памяти Юрия Кудряшова в городе Силламе. Его тренирует заслуженный тренер Союза бокса Эстонии, мастер спорта международного класса Геннадий Толмачев. Приветствуйте, Максим Демидов! В синем углу ринга его соперник представляет Алим Мардукалев. Ваши аплодисменты! Ему 13 лет, является чемпионом Эстонии 2016 года, призером международных турниров в России, Прибалтике. Чемпион города Марду, тренируется под руководством Евгения Головача, Ивана Шумякова и Андрея Малахова. Приветствуйте, Вадим Кищеркин! Вызывай. Иди, вот, добавляем, Вадим. Вот. Ну, конечно, хорошо.
Нажимай! Не отпускай его! Покрутись, покрутись, Макс! Добивай! Еще раз повтори. Повтори. Последние секунды, друзья, поддержим. Пошел под ваши аплодисменты Вадим Кишкеркин. Марго.